Здравствуйте, мои дорогие. Давно я к вам не приходила. Весенние работы забирают все время. Сделаю небольшой обзорчик своего сада и растений, которые в нем сейчас цветут. Вот отцветает ранний пион. А более поздний еще пока на бутонах. Мои гортензии подрастают на контейнерной площадке. Это большие трехлетние саженцы, которые будут пышно цвести в этом году. Они пересажены в большие горшки и еще оплетают ком. Здесь саженцы поменьше. В полулитровых горшочках, в двухлитровых и в трехлитровых они тоже пересажены. И тоже ждут своей очереди. Я буду предлагать их вам. В этом году попробовала посеять дельфиниумы. Дельфиниумы Binaris Pacific. Они высотой около метра, не больше. И зацветают в год посева. Это многолетние дельфиниумы немецкой селекции. Вот уже на сорт Король Артур показывает свой бутон. Остальные пересажены чуть попозже. Они в двухлитровых горшках. И зацветут, наверное, тоже в июне. Пересаженные в 3 литра гортензии двухлетки. Набирают цвет. Оплетают горшок. По девяточке ждут своей очереди на пересадку. Это тоже перезимовавшие саженцы, большие, крупные. Им уже совсем мало места в горшке. Выставила штамбы вдоль забора в тенечке. Штамбы надо ставить в тени, они лучше тогда вытягивают побеги. Еще есть выбор штамбов, но за ними нужно приехать ко мне на участок. Все хорошенькие. Немножко есть многолетников, самшитов, туек. Наверное, на одну живую изгородь наберу. И такие вот малюточки поменьше. В прошлом году укоренились. Целая грядка гортензии ждет пересадки. Здесь Candlelight, Magical Montblanc, Vanilla Fries, Bobo. Был еще Limelight, его я уже пересадила. Большие трехлетние саженцы будут, цветущие. В моей теплице нет свободного места. Саженцы стоят на столах, под столом, под столами, в проходах. Стараюсь создать им тут влажную, теплую атмосферу, чтобы они лучше росли. Пересаженные рододендроны, листопадные, очень хорошо себя чувствуют здесь. И тамариксы укорененные в литровых горшочках. А еще в этом году сеянцы и черенки бересклета крылатого. Ну, это мой такой эксперимент. Они очень долго укоренялись. И буду смотреть теперь, как они будут расти. Укорененная металлика, которую все хотят, подрастает. Но еще пока ком не оплела. Еще не предлагаю. А вот бонфайр уже очень большой. И можно предложить его в продаже. Маточные кусты после возвратных заморозков хорошо восстановились. Это стробери блоссом у меня. Надо будет нормировать. Очень много побегов. Зацветает полистар, которая была обрезана коротко-коротко для формировки. Magical Matterhorn. Очень люблю этот сорт. Низкий, широкий. У меня везде проведен капельный полив. Это спасает меня в жару от большой работы.
Summer Love будет шикарный куст. Очень сильно пострадал почему-то Cotton Cream. Но обрастает. Вот пиончики, такие крупные бутоны. Вот-вот взорвутся цветением. Пинкачу. Один в грунте, один в горшке. Я и так всегда их ставлю рядом, для того, чтобы было цветение попушней. Ну и маточники мои в горшках. Лаймлайт, который сильно обмерз, видите, хорошо восстанавливается. Тоже их нужно вовремя переварить в большую посуду, иначе они тут же начинают светлеть, желтеть, и не хватает им. Вот эти уже стоят на пересадку, не хватает им места и влаги. Дуба лесная подвяла, что ли, сейчас посмотрю. Вот зацветает. Точно подвяла. Вчера понадеялась на дождик и не поливала. А он прошел очень слабенький. Заглянем и в парник с помидорами и огурцами. Огурцы там взошли. Помидоры немножко пришли в чувство. Я вот тут их сеном подмульчирую. И уже начну формировать, потому что появились пасынки. Тоже все на капельном поливе. И вот посмотрите, у нас растет жимолость съедобная. Ягоды напоминают по вкусу чернику. Это самая первая ягода в нашем саду. Наверное, надо за ней получше ухаживать, потому что она очень мелкая. Но как-то, как всегда, не доходят руки. Очень вкусная ягодка и очень полезная.